Сегодня Касым-Жомарт Токаев встретился с участниками заседания Совета парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности в Алматы. Два государства для двух народов. Касым-Жомарт Токаев вновь озвучил позицию Казахстана по конфликту на Ближнем Востоке. Глава государства считает, что единственным решением многолетнего конфликта станет создание палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме. Мировой конфликтный потенциал достиг опасного уровня. Серьезную обеспокоенность вызывает ситуация на Ближнем Востоке. В секторе Газы каждый день продолжают гибнуть и получать тяжелые ранения сотни людей, среди которых мирные граждане, женщины и дети. Более миллиона людей оказались в безвыходном положении. Практически все основные международные организации назвали гуманитарную ситуацию в Палестине неприемлемой. Фактически она приближается к катастрофической.